Также сегодня Рашид Тимрезов принял участие в открытии новой современной школы на 1000 мест в селе Учкеке Малокарачаевского района. Седьмая средняя общеобразовательная школа имени Бориса Узденова была построена в рамках нацпроекта «Образование». Для самых юных участников новое современное учреждение позволит всесторонне развиваться и расширять свои таланты. На торжественном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Совершенно новая и современная школа в селе Учкекен открыла свои двери для тысячи школьников. Примечательно, что именно в год семьи был построен этот объект, и в первый класс пошли 120 малышей. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил всех собравшихся с началом учебного года и с вводом в эксплуатацию данного образовательного учреждения. В Малокарачаевском районе за последние годы было построено 2 школы, 5 школ отремонтировано, построены детские сады больше, чем на 700 мест. Район уверенно развивается, и уверен, что мы и дальше будем район поддерживать во всех сферах жизнедеятельности и, конечно же, в системе образования. С большим нетерпением ждали открытия школы родители наших учеников. Мать 6 детей, выпускница этого образовательного учреждения Фатима Байрамкулова, от имени родительского коллектива выразил благодарность главе республики и всем, кто помогал в строительстве данного объекта. Мы ее очень ждали, представляли себе. Результат превзошел все наши ожидания. Огромная, красивая, она открыла двери нашим детям и дала возможность учиться в новой школе. Я хочу выразить признательность педагогическому коллективу, который растит достойных выпускников, которые могут прославить нашу страну и малую родину. Желаю всем добра, здоровья и мира. Работа новой школы позволит снизить в Малокарачаевском районе количество детей, обучающихся во вторую смену. Для нас, учителей, это особенное событие, потому что школа – это не просто работа, это наш дом, наша жизнь. Чувство радости и гордости и волнения переполняют наши сердца от того, что мы будем работать в этой прекрасной современной школе. Она станет родным домом не только для учителей, для всех наших учеников, которые здесь будут постигать науки, учиться отличать добро от зла, станут настоящими патриотами своей родины. Уважаемый Рашид Бориспиевич, спасибо вам огромное. Благодаря вашей поддержке мы получили замечательный подарок. После глава республики вместе с первоклассниками, которые являются детьми участников СВО, перерезали красную ленту и торжественно открыли двери новой школы. Рашид Темрезов посетил кабинеты, где проводятся уроки по робототехнике, и также провел урок в рамках разговоров о важном на тему семейных ценностей. В школе есть просторный актовый зал, функционируют большой и малые спортивные залы, где дети могут посещать различные спортивные секции. Вместе с главой региона в образовательном учреждении побывал и участник СВО Рашид Акбаев, который остался под большим впечатлением от увиденного. Мы тоже, как участники специальной военной операции, очень рады, что подрастающее поколение будет учиться в таких условиях, как сейчас говорил с директором школы. Я 1 год здесь учился на подготовительных курсах. Сам с Красного Кургана, конный завод. И здесь год учился, но в старой школе. Просто тогда невозможно было представить, что будет такая школа. В школе уютно оборудована столовая на 250 мест и с пищеблоком современным оборудованием. Для учащихся учеба в этом прекрасном здании будет наполнена знаниями и новыми открытиями. Сегодня мы пришли в новую школу. Это для нас очень радостное событие. Раньше, когда мы учились в старой нашей школе, она была старой. Она была построена 64 года назад. Во дворе новой школы функционируют 2 спортивные площадки для футбола и баскетбола, где в свободное время дети могут уделять особое внимание физическому здоровью. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район.